Всем привет! Мы находимся в нашей любимой игре Клондайк. Остров Бивролейк полностью расчищен. Это значит, что нужно, в принципе, убирать уже все, что я здесь сделала. Чтобы сюда потом не возвращаться, только забудем, так и останется. Итак, получается, остров полностью расчищен, подарок получен. Осталось сделать последние два задания. Нам надо положить папку с документами. Ну и, конечно, построить туннель. Три стадии. Первая стадия. Вторая стадия. И третья стадия. Все, туннель построен. Мы закончили. Поздравляем. На этом все. Спасибо за просмотр. До свидания.